Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и сегодня я вам расскажу про 4 лучших play-to-earn проекта, которые на данный момент есть в Телеграме, без хомяков, без тап-свапов, без всей вот этой, можно сказать, уже заезженной, где мы ждем по полгода аирдропа. Я просто вам расскажу про 4 проекта, которые реально могут дать. Давайте быстренько, я начну с ноткоина, просто вам покажу. Про ноткоины и так, я думаю, все в курсе. Значит, просто вы заходите, можете по ссылке, можете не по ссылке. Если по ссылке, то вам там дадут кое-какие бонусы, платину на неделю, и с помощью нее участвуете в этапе Explore, вот здесь снизу, сейчас никаких заданий нет, и получаете за это ноткоин. Например, там подписались на канал, активировали бота, и вам каждый час добавляется там по, например, 10 ноткоинов. И, допустим, это в течение 24 часов. 240 ноткоинов получили, все, они у вас на балансе, можете их потом вывести. Это раз. Далее, у них сейчас вот как раз запустилась новая игра Lost Dogs, про нее я вам совсем скоро расскажу в этом же ролике. Четвертая она будет, хотя про нее уже был отдельный ролик, можете прочитать. Так же, как и про Major, который тоже будет ролик, подсказки я закину потом, когда буду выкладывать. С ноткоином все понятно, я думаю, всем. К сожалению, довольно дорого стоит купить повышение уровня. Вот давайте даже посмотрим. Платина на... Значит, давайте нужно сделать апгрейд, чтобы купить платину на 12 месяцев. На данный момент стоит 20 тысяч рублей. Ну, то есть 20 тысяч ноткоинов это 20 тысяч рублей сейчас. На 12 месяцев. Это, конечно, ну, не так много, но просто как это будет окупаться, я вообще не очень понимаю, потому что пока до сих пор не было ни одного крутого эксплоуэра. Но, тем не менее, все равно... Это единственный проект, который на данный момент вообще хоть что-то кому-то выплатил, а потому вера к нему остается всегда крепкая. Major. Про этот проект уже был отдельный ролик, обязательно ссылка на все, кстати, 4 проекта будет в описании в закрепленном комментарии. Но, тем не менее, еще расскажу. Проект создан для популяризации такого понятия, как Telegram Stars. Это внутренних валют для оплаты всяких подписок, платного контента и так далее. Они создали такого бота, который скоро раздаст своего токена. Здесь раз в 8 часов заходите, делаете вот тут либо спин, либо зажимаете на минуту и получаете монетки. Выполняете здесь ежедневные задания, я просто уже выполнил. Приглашаете друзей, и вот у меня на данный момент 381 тысяча этих токенов, и я в топ 2000 из 18 миллионов. По мне так это вообще неплохо. Все, более подробно можете в ролике, там 10-минутный он почти, можете там глянуть. Далее, Dogs, я думаю, все уже в этом проекте зарегистрированы, но тем не менее рассказываю на всякий случай, потому что тут 44 мульта пользователей. Он просто вот так вот неожиданно влетел, я был в числе первых 10 тысяч пользователей. Где-то просто увидел, что запостили, там изначально можно было просто посмотреть возраст своего телеграм-аккаунта. Давайте запустим. Здесь каждый день заходите, получаете эту крипту, можете выполнить какие-то внутренние задания. Я просто уже тут все выполнил. Привязать свой кошелек, разумеется, у меня уже просто привязан. Значит, я здесь тоже в топ 2000, пользователей тут очень много, друзья, 532 реферала я позвал, в принципе, результат хороший. Самый главный плюс, ничего делать не надо, просто зашли один раз в день, и все, получили ежедневный бонус, вышли, все, забыли, ничего прокачивать, ничего не надо. Проект поддержал сам Дуров, Telegram везде саппортил, все саппортнули, Блумы и так далее, то есть, ну, я думаю, 50 миллионов пользователей о чем-то это говорит. И последний проект, про него уже был отдельный ролик, это Lost Dogs The Way, игра, которая продлится всего 42 дня, уже осталось только 39. Давайте зайдем в нее. И суть очень проста. Каждый день выбираете какую-то картинку определенную, и в конце дня определяется, выиграли вы или нет. Каждый день заходите, получаете ежедневную награду, и за нее вам капает, соответственно, прибыль. Все. Максимально просто, один раз в день надо заходить. Вот на данный момент я заработал аж целый один ноткоин. Вот смотрите, история выбора. Я два дня подряд по своей схеме, о которой я рассказал в ролике про этого бота, побеждаю. Вот смотрите, раз, два. Ну и до этого я, к сожалению, затупил и выбрал не то. Хотя это был, наверное, самый простой день. Ну, в итоге, вот так вот. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас быстрое видео получилось. Все проекты будут обязательно в описании. Канал по крипте тоже будет в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Там рассказываю свои, выкладываю какие-то прогнозы и так далее. Давайте, не теряйтесь. Всем спасибо, всем пока.